like a rave for tonight's all blood fire. Can you hear the noise out there? It's like a rave. Ребята, всем привет, с вами снова я, Мэйзами Чан, и как вы догадались, это Ask Me 2. Давайте же сразу же перейдем к комментариям. Shadow the Wolf пишет, а можно мне привет? Привет! Мика Топ Слайм пишет, почему у тебя так мало подписчиков? Ты же просто шикардос! Ну-ну-да, я знаю, что я шикардос, да, у меня вообще должно быть много подписчиков, да. Совсем уже сожралась? Луана Кэт пишет, у тебя слишком мало подписчиков, у тебя должно быть хотя бы 2000. Вы что, все сговорились? Евгений Вдовенков пишет, Мэзами, когда ты начнешь делать Аск? Я его уже делаю. У меня еще вопрос, как ты начала работать над пони-креатором? Ребят, я под этот вопрос специально делаю ролик, потому что это довольно длинная история. Моника пишет, круто, как всегда, мы скоро до 1000 дойдем, а потом и до 100 000. Все случилось, как и предсказывала та подписчица из Ask Me 2. У меня 100 000 подписчиков. О, сердце! Нет! Вы ничего такого не подумайте. Были подписчики, которые охренели от моего неожиданного роста. Алиса пишет, мозня видось. Мозня! Ангел Милейший пишет, что? Как я буду жить без этого сериала? Ждать тебе долго не придется, потому что второй сезон, точнее трейлер второго сезона, я, скорее всего, скоро выпущу. Ой, спойлер. Леора Мейбри пишет, уры, теперь я пошел ждать второй сезон. Поздравляю тебя. Ну, ребята, я думаю, что вы заметили, что все эти комментарии, они как бы положительные. А в прошлом Ask Me были и неположительные, там, плагиат и все такое. Теперь все плохие комментарии, они состоят четко из одного слова. Плагиат. И блин, я уже задолбалась отвечать на эти комментарии. Поначалу я отвечала, потом мне это все достало, и теперь я все такие комментарии просто тупо удаляю. Может быть, это неправильно, но писать такой бред, несмотря на то, что я очень много раз объясняла, что это не плагиат, это как-то тупо, простите. Но есть одно исключение. И есть один человек, Виктория Гебгард. И этот человек, он постоянно оскорблял меня во многих видео, писал, что это плагиат, писала точнее. Что меня, собственно, удивило, потому что до этого она писала довольно положительные комментарии, что доказывает, насколько люди умеют быть лицемерными. Так вот, этот человек не раз меня оскорблял, обвинял в плагиате, и типа я тупая школьница, и иди там учи уроки. Я думаю, многие подписчики видели, как она меня оскорбляла. Ну, не буду врать, я ее тоже оскорбляла. Молчать на такое я не буду, и уж вы уж извините. В итоге я поняла, что она самый обычный тупой хейтер, а хейтеры, как мы все знаем, агрятся, когда ты что-то делаешь хорошо, завидуют и так далее, ничего сами добиться толком не могут, и агрятся на тех, у которых все окей. В общем, я ее забанила, я не знаю, видит ли она этот видос, но комментарии она теперь оставлять точно не может. Почти все ее комментарии я удалила, но один положительный вы найти сможете. Да. Лицемерие процветает. Ну что ж, ребята, пора заканчивать ролик, и я не забуду также поздравить всех учителей с Днем Учителя. Спасибо большое за то, что вы с нами, и за то, что вы поддерживаете нас во всем. Если бы немногие из моих учителей, то я не знаю, где бы сейчас была. Ну, думаю, ролик все-таки пора заканчивать. С вами была Мэзами Чан, до новых встреч!